Вот мы сейчас видим, что происходит в прямом эфире. 17 часов 20 минут. Станция метро Технологический институт. Но это нам не самое интересное, потому что уже события все произошли. Мы видим отзывы, которые есть. Отзывы народа. Демократия, власть народа. Есть оскорбления, есть интересные взгляды, есть богоугодные пожелания и мысли разные. Путин, вешай неугодных. Замечательно. Я против Путина. Взорвал боярышник. Ну, вот видите. Путин, уйди. Выборная суета, да, подготовка, захват власти. Да, понятно, силовые методы, они всегда силовые. Против власти никто не попрет. Сейчас уже можно менять, ставить проверенные кадры, те, кто не выдержали, поменять и так далее. Поменять на новых, убрать старых, то есть не делиться властью, не распределять власть. Поэтому это вечная проблема, так понимаю, матушки земли. Но это уже отдельная тема. Можно писать в комментариях. Все это будет выложено. Это можно будет повторить, прочитать, отследить. Пока мы не видим ничего интересного происходящего, тем не менее мы видим отзывы интересных людей. Взрываем метро в любой непонятной ситуации. Понятно. Видите, опять здоровья пожелали кому-то. Надо посмотреть, кто же пожелал здоровья. Благочестивый человек. Куда звонить, чтобы узнать о судьбе близкого? Вот, пожалуйста. Сейчас специально выложу, чтобы это все было. Единый телефон доверия.